Уважаемые пассажиры, оформить заявку на оказание помещения на а также... Здравствуйте, Ну, сейчас посмотрим расписание. И дальше посмотрим на платформу. Проходим, посмотрим, как обстановка. Так, вот тут расписание. Так, сейчас, значит, тут поезд Уфа-Новый-Уренгой. 18.24 он отправляется. Потом Астрахань-Нижневартовск. 19.00, потом приходит, отправляется Тюмень-Тобольск, 18.42. Ну, посмотрим, уважаемые друзья, какие тут сейчас будут движения. И сейчас схожу я на платформу и посмотрю, как там дела, как обстановка. И, наверное, выйду я через первый путь. Так, ну вот, идем здесь. Вот выход. Иду я через первую платформу. Сейчас посмотрим. А, вот она, первая платформа. Вот она. Вот вышли мы. Вот она, первая платформа. А что там за поезд, я даже не знаю. Ну, вот там огромное количество, смотрите, пассажиров, людей. Видимо, отправляющийся двигается на здесь. Вон, видите, охрана с собакой ходит. Вот. Дальше. Ну вот у нас, уважаемые друзья. Вот. Значит, вокзал, Тюменский вокзал. Вот он, Тюменский вокзал. Видите, станция Тюмень написана. И там дальше... Видите, здесь время 18.12, и потом тут вот переход. Очень много народу на открытом пешеходном переходе, на теплом пешеходном переходе. Ну, сейчас вот перейдем тогда платформу и дальше посмотрим, как тут люди ходят. Ну, сейчас мы видим, там маневровый тепловоз, вот, подвез вагоны. Видимо, сейчас будет сцепка с другими вагонами. Вот, видите, состав. Там с этим составом, видимо, соединятся будут эти вагоны. Но они... Дальше я не знаю, куда они будут следовать. Но там вон дальше маневровый тепловоз. Но время вечернее, кстати, сейчас где-то минус-минус 1 градус, уважаемые друзья. Такая температура в городе Тюмени. Вот. И давайте посмотрим, развернемся. Сейчас, уважаемые друзья, тепловозик. Вот он, тепловозик. Вот он, этот тепловозик, смотрите. Хороший, нормальный тепловозик. Вот. Там еще какой-то поезд двигается. Вон он. А, это по-моему, скоростная электричка ЭП-2ДМ. Вот она. А, она идет на Ишим. Вон прямо видно, что она на Ишим. Вот он, этот поезд. Видимо, сейчас будет осуществляться посадка на Ишим. А это тепловозик. Ну а тут вот все-таки подогнали два вагона. Там написано 30-31. И вот там маневровый тепловоз. Вот он сейчас идет. Сцепка вагонов, уважаемые друзья. Вот. Осуществляется сцепка вагонов, маневровый тепловоз. Вот. Так, ну-ка перейдем туда.
посмотрим. Вот, перешел я на другую сторону. Тут тоже пассажирские вагоны. Вот он, тепловозик. Не посмотрел я какой, да и плохо видно. Здесь только на платформы хорошо освещены, а сам тепловоз не очень освещен. Ну вот двигаюсь я вперед. Там посмотрим тоже. Так это что, тепловозы здесь одни стоят? Если тут тепловозы, уважаемые друзья, значит, все-таки поезд пойдет на север. Это однозначно. Потому что на севере нет линии электропередач. Там не электрифицирована железная дорога. Да, это тепловоз. Я не вижу тут только съемников. А вот он, Ишимский, пригородный, ХП-2ДМ. Вот он. Вот он. Это у нас тепловозик. Это пассажирский поедет. Вот. Вот он, пассажирский. Вот люди расселись. И идет пассажирский. Ну, здесь сцепка идет, работа вовсю идет. Видите? Вот. А это у нас пригородные. Из Тюмени прямой на Ишим. Вот. Такой у нас пригородный скоростной поезд. А это у нас, уважаемые друзья, сидячие только места. Это Тюмень. Тюмень-Тобольск. Из Тюмени до Тобольска. Вот. Сейчас мы здесь зайдем, пройдемся по вагону. Вот люди рассаживаются, пассажиры, вот по своим местам. Вот мы идем, тут тепло достаточно, люди раздеваются, видите, спокойно сидят. Так что хороший, комфортный вагон. Вот. Пройдемте в другой вагон, пройдем. Видите, здесь люди тоже рассаживаются. Ну, удобный вагон вообще, хороший, хорошего качества. Вот, вагон. Так, ну. Дальше пройдем. Так, вот уже четвертый вагон. Тут много людей, много пассажиров. Все расселись. Вот. Ну. Вот, прошли. А серый пакет где? Так. Дальше. Ну, тут, кстати, много пассажиров, много людей. Вот. Давайте дальше пройдем. Знаете, сколько людей? Ну и дальше пройдем. Там у нас люди, кто-то стоит, кто-то рассаживается. Разрешите пройти? Вот, все, мы проходим. Вот. И здесь сейчас вам покажу. Вот видите, написано на Ишим. А вот оно, туалетное помещение. То есть здесь вагон достаточно хорошо оборудован, уважаемые друзья. Вот, ну, сейчас мы... Вот выход, лесенка. Мы выходим. Вот я вышел. И... Это поезд у нас, вот он, Ишимский ЭП-2ДМ, вот он. Так что, вот такой красивый поезд отправляется из Тюмени до Ишима. Это пойдет у нас город Ишим в городе Тюмени, это восточное направление, вот. Ишим-Ишим написано, вот. А в данный момент в Тюмени температура, вот сейчас вот я на табло смотрел, минус 1 градус. Все уже. Стало холодать. Стало, уважаемые друзья, холодать. Так, здесь вот у нас
вагон-ресторан. Значит, это какой-то другой поезд, не знаю. Вот, я уж подумал, думаю, почему по боковые сидячие места? Мне даже очень любопытно было. Ну и здесь двигаюсь, смотрю. Слева у нас, справа поезд. Скоростной пригородный поезд. Это Тюмень и Шим. А слева это у нас тоже поезд между городами. Вот тут даже написано Тюмень-Тобольск, фирменный поезд. И тут только сидячие места, 4 вагона с сидячими местами. Ишим будет двигаться в восточном направлении, а вот этот вот Тюмень-Визит-Тюмен, здесь будет двигаться этот поезд в северном направлении. Тобольск – это северное направление поезда, уважаемые друзья. Ну вот, идем мы дальше. Тут что-то столпотворение детей. Видимо, все-таки дети ездили на каникулы. Вот. Кстати, вагоны оборудованы туалетными, биотуалетными комнатами, даже душевыми комнатами. И вот ребятишки стоят, значит, они будут заходить в вагон. Видимо, проверяют сейчас, организованно будут заходить. Ну, не так тут хорошо видно, не так тут, значит, освещено. Но факт то, что, вот, видите, дети из Тобольска, видимо, ездили на экскурсию в город Тюмень. Или наоборот, из Тюмени поехали на экскурсии в город Тобольск. Возможно, и даже так. Они приедут ровно на сутки и вечером завтра или послезавтра возвратятся уже обратно, уважаемые друзья. Вот. Так, ну пойдемте дальше. Значит, здесь что у нас? А, тут мы видим пригородный скоростной поезд Тюмень-Ишим. Дальше там он его. Впереди головная часть, а здесь человек вышел прогуляться. А тут у нас стоит поезд Тюмень-Тобольск. Ну, как обычно, люди ожидают отправления, спокойно стоят. Кто-то просто отдыхает, кто-то разговаривает, кто-то дымит. Значит, ну, вот такая вот у нас на платформе обстановочка. Платформы, видите, в Тюмени очень широкие. Расстояние между двумя параллельными поездами фактически 10 метров. Вот такая вот. Это у нас тепловоз там стоит. И именно тепловоз будет тянуть эти все вагоны дальше на север. На север, уважаемые друзья. Вон, лифт у нас исправно работает. Вот люди приехали. Там вот сейчас спустились вот с этого места, с третьего этажа, на лифт, на первый этаж, и там уже зашли. Сейчас поедут люди обратно. Кто-то, видимо, провожал. Ну, сегодня, уважаемые друзья, вот, уважаемые подписчики, уважаемые зрители, и удачная получилась съемка. Я фактически снял вам два поезда, которые формируются в городе Тюмени, отправляются из города Тюмени, стоят длительное время, собирая большое количество пассажиров. Мы посмотрели пригородную скоростную электричку ЭП-2ДМ, которая собирает в Тюмени очень-очень много людей. Все вагоны, если сейчас вот я проходил через вагоны, вы видели, все вагоны заполнены. Вот, даже если смотреть сейчас в окна, то вы видите, что вагоны заполнены. И поезд поедет в ближайший город, который находится на расстоянии 300 километров от города Тюмени. Это город Ишим. Это вот у нас как раз скоростная электричка Тюмень и Шим. А вот это вот слева, значит, поезд. Там, здесь, если электровозик, как бы, ну, электричка электрифицированная, а здесь у нас тепловозик тянет в Тобольск. Тобольск у нас не электрифицирован,
поэтому он движется с помощью тепловоза. Вот, вот, вот так, уважаемые друзья. Так, ну вот мы, поезд параллельно тут уже отправляется, поехал. Пожелаем этому поезду, уважаемые зрители, счастливого пути. Смотрите, вот так темно у нас на вокзале, но, значит, платформы очень хорошо освещены. Вся длина платформы просматривается, и просматривается ближайшие параллельные поезда, если они останавливаются на какой-то из платформ. Вот, видно, видите? Ну, там где-то, конечно, в вагонах свет не горит, где-то погашен, кто-то лег отдыхать. А так вот прямо видно, значит, пассажиров поезда. Вот это сейчас вот проехал мимо нас плацкарный вагон. А вот это, скорее всего, раз тут не видно, не просматривается. Нет, это тоже плацкарный вагон. И это плацкарный вагон. Просто эти вагоны старенькие. Вот. Но они все равно эксплуатируются. Да, тоже плацкарный вагон. Вот сейчас проезжает мимо нас. Мы видим эти плацкарные вагоны. Вот, все. Сейчас мы провожаем последний вагон, уважаемые зрители, и все, желаем вам счастливого пути. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Вот, все, поехал. Счастливого пути. Счастливого пути мы желаем. Ну и этим том двум поездам, которые двигаются в Ишим и в Тобольск. До Тобольска у нас 220 километров, а до Ишима ровно 300 километров. Вот представляете расстояние от Тюмени до Ишима? Это фактически по расстоянию, если до Екатеринбурга 360 километров от Тюмени, то не доезжая 60 километров, вот он движется такое расстояние, вот этот скоростной поезд ЭП-2ДМ. Вот. Ну давайте я перейду на другую платформу. Здесь будем надеяться, что... Так, вот, ага, я перехожу. Так, этот поезд, я не знаю, куда двигается. Так вот, брожу по платформе. Оп, перешел. Вот. Не знаю, куда. Ну, вот этот вот вагон, который здесь... Передо мной это купейный вагон. 36 мест написано. Если количество мест указано в вагоне 36, это купейный. Если указано 54, то это, уважаемые зрители, это плацкартный вагон. Вот. За счет боковых мест и увеличивается в вагоне количество мест. Ну вот. Количество пассажиров. Ну вот. Идем мы, смотрим, дальше тут ждем отправления поезда из Тюмени в город Тобольск, славный сибирский город, которым старейший город, которым много всяких архитектурных изысков, Кремль там Тобольский знаменитый. Можно съездить, посмотреть и много интересного узнать. Также отбывающий, как бы там временно находился, и царская семья. Вот, именно в Тобольске, в городе. А потом его опять перевезли из Тобольска в город Екатеринбург. Где, как говорится, и они, произошла их там насильственная кончина. Ну вот. Так вот мы все это видим, уважаемые зрители. Так. Вот продолжается посадка, тоже поезд, стоят там проводники. Но мы попробуем, уважаемые зрители, пойдем тогда вот сюда, в лифтовую, потому что время тут заканчивается, скоро поезда отправляются, тут уже становится... Не так все, как говорится, интересно. Вот. Ну вот, уважаемые друзья, зрители, мы приехали на третий этаж пешеходного перехода. Здесь тоже вот у нас мониторчик такой. Видно расписание всех приходящих и убывающих поездов. Ну вот дальше мы
Двигаемся, смотрим, значит, на внутреннюю часть пешеходного перехода. Кстати, он теплый. Вот, я не знаю, сейчас батарея греет, нет. Но как бы батареи не греют. Вот это у него батарея, уважаемые друзья. Вот. И мы идем внутрь помещения. Вот. Ну вот, уважаемые зрители, нахожусь я внутри помещения, внутри вокзала. Вот там сейчас немножко пассажиры разошлись, потому что основные поезда на север сейчас будут уезжать, будут убывать. Здесь у нас вот сувенирная лавка. Здесь справа призовой тир, автомат. Тут можно за 100 рублей попытать, испытать свою удачу и, может, что-то выиграть. Дальше посмотрим. Там мы проходим вот этот вот как раз холл. И здесь у нас небольшое буфет, небольшое кафе, где можно что-нибудь купить и подкрепиться. Так, а здесь для пассажиров с детьми, видите, инвалидов. Вот. Проходим, смотрим. И вот тут посмотрите, очень интересное. Вот здесь вот есть такая у нас мини-библиотечка, где можно взять литературу. Конечно, выбрать, тут написано, выбирайте книгу в нашей библиотеке, взамен оставьте другую, которую уже прочитали. Видите, как удобно такой услугой, в основном, значит, здесь пользуются, и это города включены в это, в этот обмен книг: Екатеринбург, Тюмень, Нижний Тагил, Пермь и Сургут. Написано, отправьте книгу, новое путешествие, может, кто-то возьмет, займет себя и прочитает. Ну, здесь люди отдыхают в данный момент. Вот. Пассажиры, если мы посмотрим сверху вниз, там у нас монитор расписания. И это зал для кассовый зал для покупки билетов. Так что, уважаемые зрители, вот такое у нас хорошее. Видите, какие добротные кресла, красивые, блестящие кресла для того, чтобы здесь можно было ходить и отдыхать. А там еще есть магазин «Товары в дорогу», книги, журналы, сканворды, сувениры. Вот. Ну, если там мы посмотрим, там, конечно, ничего не увидим, потому что очень-очень темно, уважаемые зрители. Ну вот, уважаемые друзья, вот это общий вид. Общий вид, наш Тюменский вокзал. Кстати, температура, сейчас датчик показывает. Вот там, если посмотреть, посмотрите, минус 2 градуса. Вот. Уже все, к вечеру и к ночи у нас похолодание. Вот тут пассажирские поезда стоят. Вот они четко видны, эти пассажирские поезда. Там внизу пассажирский поезд. Люди вышли, ходят по платформе, прогуливаются, разминаются, отдыхают. А там у нас прибыл, значит, вот там вдалеке, это ЭТ-2, по-моему, ЭТ-2М. Это Ощепково-Багандинская. Сейчас там на него осуществляется посадка, но он тут будет какое-то время стоять, где-то минут 20-25. Вот. А там правее, это до сих пор стоит поезд, видите, скоростной ЭП-2ДМ, скоростная электричка, Тюмень-Ишим. Вон она стоит, я сейчас приблизил, вы намного ближе видите. Вот этот поезд. Ждем отправления, когда объявят. Ну вот, такая у нас сейчас ситуация на Тюменском вокзале. Ну, согласитесь, вообще платформы и вокзал, и особенно первая платформа, очень хорошо освещена. Видите, какие мощные прожектора здесь у нас. Ну и посмотрим с противоположной стороны. Тоже здесь стоит пассажирский поезд. Он довольно-таки длительное время стоит. И до сих пор тут пассажиры гуляют, прогуливаются. В
Вот они, тюменские поезда, пассажирские. Стоят две электричка, одна на самом деле вон перегородная, а вторая электричка скоростная между городами. Вот она перемещается. Ну а там дальше двигается грузовой поезд, уважаемые зрители. Вон он, электровоз идет. Сейчас мы наблюдаем, как эти вагоны здесь проходят по второму пути через наши, через наш Тюменский железнодорожный вокзал, через станцию Тюмень. Будьте внимательны, находясь на любой этаж вокзала по надземному пешеходному переходу. Длинный грузовой поезд, уважаемые зрители. Уважаемые пассажиры, скорый пригородный поезд. Кстати, двигается медленно через станцию Тюмень. Ну, поезд достаточно большой. Скорый пригородный поезд номер 7342. О, Тюмень и Шим уже закрылись. Вот, закрылись двери. Открылись, что ли, вновь? Только что закрывались. И он что, двери проверял, что ли? Или там кто-то не зашел? Сейчас, видимо, отправляться будет вот этот скоростная электричка Тюмени-Шим. Все, поехал поезд, скоростной поезд Тюмень и Шим. Все, счастливого пути желаем. Вот видим, как он отправляется. Все, счастливого пути тебе, поезд. Спокойно доехать до города Ишима всем пассажирам. Ну, уважаемые друзья, на этом я заканчиваю свой обзорчик Тюменского вокзала, платформ Тюменского вокзала, пассажирских поездов. Я достаточно вам показал движение, динамику нашей станции, нашего города, и организованность, и упорядоченность, и слаженность здесь движения на нашем Тюменском вокзале. Так что всего доброго, всем желаю здоровья, всем хорошего настроения. Встретимся вновь на моем канале, на новых видео. До свидания, уважаемые друзья. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на пассажирский поезд номер 448, сообщение Астрахань, Нижний Новгород. Поезд находится на третьем пути. Нумерация вагонов начинается с хвоста состава. Продолжается посадка на пассажирский поезд